Товарищ майор, у меня к вам вопрос. Чисто юридический, можно? Но. Вот я у мальчика, скажем, 20 копеек попросил. Ну, или рубль, или там марки. Нет, я его не бью, что вы. Я прошу. Он же не может мне отказать, верно? Теперь вопрос. Что мне за это? Ну, чисто юридически, можно меня в тюрьму посадить? Можно. За что? За вымогательство и грабеж. За 20 копеек? Это же формализм. Я думаю, товарищ майор, что так рублей до 10 – это не грабеж. Мы же гуманисты. Мы гуманисты. Если честно, политически. Я вас понимаю и даже сочувствую. Ведь раньше порядок на страхе держался перед Богом. Не убей, не укради, Боженька накажет, он все увидит. А теперь порядок на ком держится? На вас для всеобщей сознательности? Но вы же не Бог. Вы милиционер. Все-то ты знаешь. Между прочим, религия – это ответственность перед Богом. А сознательность – ответственность перед обществом. Вот и подумай, кому легче призвать себя к ответственности? Богу или обществу? Кто ближе? И вы, ребята, тоже подумайте. Наши законы гуманны, но исполнять их обязаны все. И вы, и я. Ясно? Всем ясно? Все, идите. Идите.